Установку лежачих полицейских обсудили в администрации на комиссии по безопасности дорожного движения. О препятствиях для автомобилей на улицах Калинина и Осипенко просили жители. А также в микрорайоне Сходня, потому что многие дороги там не имеют тротуаров. Людям приходится передвигаться по проезжей части. Похожая ситуация на улице Бабакина. Проход пешеходам затруднен. Что по придомовой территории, что переход через дорогу. Левым усилием мы добились расширения, уширения улицы Бабакина. Да. По крайней мере, сдвинули транспорт, который стоит около домов, по крайней мере, хотя бы частично сдвинули их вот на эту уширительную часть. По правой полосе не делаем остановки, чтобы не перемещать на ту сторону и не создавать еще большего коллапса. Дороги вблизи учебных учреждений проверили на готовность к новому учебному году, а именно наличие ограничителей скорости и освещения.